Здравствуйте. Вас приветствует Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, и в студии я, Екатерина Аксенова. В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого состоялось торжественное открытие конкурса музейных проектов всероссийского этапа международного конкурса «Армия культуры», проводимого в рамках армейских международных игр 2021. Дорогие друзья, участники, все, кто сегодня здесь, в этом зале, помнят о том, что до международных армейских игр осталось только 97 дней. Почему только? Потому что до нашего конкурса «Армия культуры», который впервые в таком формате проходит в рамках армейских международных армейских игр, осталось тоже 97 дней. И именно с 17 по 21 будет решено, кто будет представлять Российскую Федерацию на этом конкурсе. Хочу только отметить, что сейчас 15 стран, участниц армейских международных игр, готовятся к этому конкурсу. Победить в этом конкурсе действительно большая честь, но и большая ответственность. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мне, во-первых, хотелось бы сказать слова благодарности Департаменту культуры Министерства обороны Российской Федерации за то, что это знаковое событие для Вооруженных сил Российской Федерации принято решение провести здесь, в стенах одного из старейших музеев вооруженных сил, Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. А так, я желаю всем удачи, ну и, естественно, победить сильнейших. Успехов вам! В соревновании принимают участие представители военных музеев, образований музейного типа, комнат воинской славы Вооруженных сил Российской Федерации, а также войск Национальной гвардии, МЧС и Русского географического общества. Всего в ходе конкурса будет представлено 30 музейных проектов. Завершилась церемония открытия соревнований и жеребьевки участников обзорной экскурсии по залам постоянной экспозиции Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. С вами был Центральный военно-морской музей, и в студии я, Екатерина Аксенова. Приходите и оставайтесь с нами.